Всем мира добра, меня зовут Саида, вы на канале Домашний Очаг. Сегодня приготовим полезный вкусный тортик. Готовится все быстро, просто, все как всегда по-домашнему. Такой тортик подойдет для тех, кто придерживается правильного питания или кто болен диабетом второго типа. На мелкой терке натираю половину яблока, добавляю щепотку соли, добавляю одно яйцо, все хорошо перемешиваю. Добавляю ванилин. Сахар-заменитель. Будет достаточно одной чайной ложки. Я подумала, будет не очень сладко, добавила еще половину. Но вы добавьте одну чайную ложку, будет предостаточно. Добавляю муку цельнозерновую. 2,5 ложки. Также идет пол чайной ложки разрыхлителя. Ну или 1 чайная ложка без горки. Все хорошо перемешиваю. Здесь я вижу, что тесто у меня немного жидковато. Добавляю половину ложки муки цельнозерновой. Все, тесто должно получиться такое, как на оладьи. В сковородку наливаю где-то пол чайной ложки растительного масла и хорошо все смазываю. Выкладываю наше тесто, разравниваю наш такой коржик равномерно. И буду готовить по 1,5 минуты с каждой стороны. Такой тортик получается ароматный, вкусный. Приготовьте, попробуйте. Я уверена, что вам такой тортик понравится. Особенно для тех, кто придерживается правильного питания, всегда хочется сладкого. Или кто болен диабетом второго типа, тоже такой тортик это прям очень вкусно получается. Корж наш готов. Выкладываю на доску, он еще горячий. Вот такой вот у нас получается. Делю наш коржик. Даю полностью остыть. Сейчас поделю и покажу, что, какой он у нас. Коржик очень ароматный получился. Вот так. Пока наш корж остывает, приготовим крем. Крем у нас сметана и 2 грамма сахарозаменителя. Все хорошо перемешиваем и начинаем сборку нашего торта. Смазываем сметаной наш корж. Как соберем наш тортик? Нужно его хотя бы на 30 минут поставить в холодильник для стабилизации. Сверху я посыплю грецкими орехами. Вы можете украсить, чем вы хотите. Вот такой вот тортик у нас получился. Я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наше новое видео. С вами была Саида. Всем мира и добра. Всем пока-пока.